чемпионата России? Впечатление положительное. Команда, четыре команды, в чьих рядах находится сборница, показали неплохой уровень игры, как в атаке, так и в защите. И игроки сборной как бы показывали неплохой уровень игры. Ну, все лидеры, которые являются национальной сборной России, показали, еще раз скажу, хорошую игру, хороший уровень. И, ну, по фамилии не хотел переходить. Достаточно когорты вот этих 8-9 человек, которые в основном являются сборной, показали неплохую игру. Безусловно, будем приглашать. Сейчас у нас с этого года формируется вторая сборная, да, и из этих рядов, из второй сборной будем приглашать людей, которые будут себя проявлять на сборах и в первую национальную сборную. Сейчас после Кубка России, еще раз повторюсь, вторая сборная остается на сбор, это порядка 20-23 человек. И основная сборная, будем собираться в середине, дадим небольшой перерыв игрокам сборной, потому что сезон был длинный, напряженный, порядка там 3 недель. И будем собираться, как обычно, перед дубайским туром, это наш любимый Крымск. Безусловно, сейчас так положение складывается по Кубку мира, что по итогу предыдущего 2016-2017 года будет определяться, ну, пулька на Кубке мира. За исключением дубайского и австралийского этапа, который тоже будет включен, ну, в этот рейтинг. И чем лучше мы сыграем дубайский и австралийский этап, тем у нас будет больше шансов не встретиться с сильным соперником в четвертьфинале. Безусловно, будем бороться, как бы планка поставлена, снижаться некуда, прогресс есть, соответственно, попытаться зацеплять такие сильные команды, как Австралия, Новая Зеландия и Канада.